Всем привет! С вами Ваня, и сегодня мы начнем наше прохождение в игре Braid. Да, это совсем новая тема. Мы в тип этих игр не играли. Вот. У нас какой-то тут человечек, какой-то непонятный, черный. И сзади у нас, как вы видели, уже было написано слово Braid. Я сам не знаю, что оно означает, но ладно. Ну, короче, тут какие-то дома, мы ходим к какому-то мосту. Погнали, что тут у нас? Цвет. О! Высветился наш персонаж. То есть мы, оказывается, так выглядим. Прикольно. Короче, какой-то гараж, звезды. Не знаю даже, что она обозначает, эта картинка. Ладно. Так, входим. Тут какие-то комнатки. Стоп! Мир 2? Почему мир 2, а не мир 1? Это очень странно. Почему здесь мы начинаем со второго мира, а не с первого? Это очень странно, конечно же. Это вообще самая главная, наверное, особенность в этой игре. Ну ладно, тогда зайдем в эту дверцу. Второй мир, время и прощение. Итак. Тим отправился в странствие, чтобы спасти принцессу. Ее похитил злобный и ужасный монстр. Это произошло из-за того, что Тим совершил ошибку. То есть это мы Тим, типа, да, мне кажется. Ну ладно. И не одну. За все те годы, что они провели вместе, он совершил множество ошибок. Воспоминания об их отношениях померкли, сменившись другими впечатлениями, оставив только один образ. Принцесса, взмахнув русой косой, пренебрежительно отворачивается от него. Он понимает, что принцесса пыталась быть снисходительной, но разве можно просто так отбросить явную ложь, удар в спину? Такой поступок непоправимо. Портит отношения, даже если мы извлекаем из него урок и никогда не повторим такой ошибки. Ее взгляд холодел, принцесса отдалялась от него. Наш мир с его житейскими правилами отучил нас быть снисходительными. Мы привыкли, что готовность прощать может обернуться очень болезненными последствиями. Но что, если бы мы учились на ошибках и становились от этого лучше? Разве не должны мы получать поощрение за успешно усвоенный урок, а не страдать из-за ошибок? Так. Что, если бы в нашем мире все было иначе? Если бы можно было сказать ей, я не то имел в виду, а она ответила, все хорошо, я понимаю, и не отвернулась бы, а жизнь текла так, словно мы никогда не говорили тех злых слов, чтобы мы могли исправить свои ошибки, становясь при этом мудрее. Тим и принцесса гуляют во дворе замка, смеются, давая ярким птичкам забавные имена. Они не замечают ошибок друг друга, которые надежно сокрыты в складках времени. Окей, то есть получается, мы должны спасти принцессу, то есть как в Марио. Ну ладно, может быть это то же самое, может быть это не то же самое, короче посмотрим. Ну что ж, давайте-ка тогда войдем в эту дверь. Так, тут у нас циферка 3. Какая-то циферка 3. Входим. Три простых кусочка. Каких еще кусочка? Я что-то не понял. О, музыка такая. Короче, ладно. Какая-то классическая музыка такая прикольная. О, написано Space Bar. Короче, Space Bar. Мы нажимаем на пробел, мы прыгаем. В общем, как на остальных игр, тут ничего такого сложного нет. Ага, нажимаем на стрелку вверх, чтобы, да, подниматься. Мы поднялись. Итак, тут у нас стрелка вверх и направо. Ну, тут тоже все очень просто, в принципе. Так, тут мы ходим по платформам таким. Ага. Тут какой-то пазл, то есть, вот, мы должны его взять, да? Непонятно, что это, но, может быть, потом мы поймем, потому что с первого взгляда мы не очень хорошо можем понимать, что это означает за картинка. Итак, тут мы только что его убили. Ну, в общем, это как в Марио, тут ничего такого сложного нет. Так, тут нам надо взять этот кусочек пазла. Это, наверное, прыгаем. Ага, все. Мы его взяли. Ага, тут у нас эта пушка выстрелила каких-то непонятных чувачков. Непонятных. Вообще. Так, тут у нас их два. Двое. Наверное, тут надо на этого и на этого. Ага, все. Блин, что происходит? О, мы умерли. Время остановилось. Что делать, что делать? А-а-а! Не надо расстраиваться. Мы же можем нажимать на Shift. Ух ты, это получается, мы время изменяем. Мы время мотаем назад.
Вау! Это вообще пипец как круто! Вау! О, цветочек. Круто, да, цветочек. Смотрите, мы можем нажимать на Shift и вообще назад идти. Вот, это вообще круто. Получается, мы... облачный мост. О, круто. Облачный мост. Получается, мы вообще неуязвимы. Так, мы тут взяли какой-то ключик. Мне кажется, надо открыть дверь с помощью этого ключа. Попробуем. Ага, открылось. То есть, если нам замотать время назад, мы вернемся назад, да? Ага. Да, классная анимация. Даже музыка идет назад. Это же круто. Это реалистичность добавляет. Так, тут мы стоим по облачкам. Прикольно, прикольно, да, да, круто, круто. Угу. Тут у нас еще один кусочек пазла. Еще один забираем тогда. Этого чувачка убиваем. Итак, тут нам надо нажать на кнопочку вверх. И мы можем собирать пазлы. Получается, да? Так. Я думаю, вот эти цветы будут здесь находиться. Потом. Тут. Что у нас будет? Тут еще не очень так и понятно. Ну ладно. Это будет, допустим, тут. Потом. Мне кажется, тут надо будет как-то вот так соединить что-нибудь. О, вот, мы соединили только что, как вы уже заметили. Ага. Ну ладно. Но дальше мы, короче, этот пазл соберем, когда будет побольше кусочков, потому что еще не так уж и понятно. Так, пока вот туда вверх, я не знаю, как туда добраться пока что. Но чтобы забраться вот сюда, нам надо как-то монстра сюда заманить. Ладно, тогда заходим на эту следующую дверь. Охота. Так, музыка такая спокойная. Ладно, тут нам надо убить этих 6 негодяев, чтобы открыть, наверное, дверь. Давайте попробуем, да. Вот. Там уже один крестик на двери появился. На двери. Так, наверное, этого не надо убивать. Потому что же, как мы потом доберемся вот на правую сторону? Вот, смотрите. Вот, если убить вот этого... Да, блин, иди сюда. Вот, если убить вот этого, то нам надо вот на этого чувака спрыгнуть, чтобы добраться вверх и на правую сторону. Так, вот теперь это убиваем. И дверь у нас открылась. Так, забираем пазл. И идем дальше. Так, прыжок веры. Посмотрим, что у нас там за прыжок веры такой. А, тут какой-то рычаг. Пушка, которая стреляет негодяев этих. Я их буду так называть. Пускай их будем называть колобками. Это же как-то круче звучит. Ну ладно, не об этом, короче. Тут мы, наверное, должны этот рычаг вот сюда как-нибудь его поместить так, чтобы... Как раз этот колобок вот сюда у нас отправился. И вот, как видите, он допрыгнул, как бы, ну, он упал. И теперь мы можем сейчас на него спрыгнуть, чтобы, наконец, взять этот пазл. Ладно, давайте-ка тогда сейчас отправимся туда. Нажали на рычаг, осторожно, пушка сейчас будет стрелять этими колобками. Далее. Как видите, там на правой стороне пазл лежит, и нам надо его как-то взять. Мне кажется, нам надо... Спрыгнуть в нужный момент, поэтому попробуем. О, не получилось, идем время назад. Еще раз, нет, не получилось. Время назад, еще раз. Ай, слишком как-то рано было. Опять рано было. Так, еще раз давайте. Да блин, да. Я не знаю, ребят, как-то тут попасть. Давай, ну почти. Давай, ну блин, вы это видели? Разница-то какая здесь? Вообще. Я не знаю. Давай уже. Попадайся. Ну что такое за невезуха такая, а? Тут уже слишком поздно. Ну, наконец-то. Это было сложно, ребят. Это вообще пипец. Да. Мы просто-напросто умерли. Нажимаем на Shift, и все, мы регенимся, как бы, вот. Короче, мы неуязвимы в этой игре. Ой, ой, что это было? Это как-то странно было. Сейчас. О, взяли пазл, это круто. Так, давайте-ка поднимемся туда. Тогда.
Да ё-моё, эти колобки меня уже задолбали. Так, давай, падай, падай. Всё, упал. Ты что ты? Ай-яй-яй. Давай уже, всё. Да блин, так, возвращаем время назад. Нет, вот так хотел, вот чтобы под ним пролезть. Так, ага, ой, нет, обратно. Значит, мы прятаемся, ждем следующего колобка и поднимаемся как можно побыстрее. Вот, берем этот пазл. Да, все, взяли. Так, теперь мы поднимаемся. Тут какая-то опять странное какое-то растение, как в Марио. Да. Так, ага, мы куда-то прибыли. Вот этот какой-то замок, и тут синий флажок. Хм, динозавр? Что за шерстяной динозавр, ё-моё? Мне очень жаль, но принцесса в другом замке. Это что? Новый мир? Новая комната открылась? Давайте-ка сначала попробуем собрать из всего, что у нас пока что есть. Так, ну, тут, мне кажется, это надо сюда присоединить. Нет, это не сюда. Вот сюда, наверное, сначала. Потом вот так. Потом тут надо сюда. Далее. Нам нужно вот так. Ага. Тут нам нужно вот сюда. Тут, блин, все запутано, непонятно. Но не так уж сильно понятно, потому что тут то пазл находится под другим пазлом. Вообще. Ой, еще два пазла. Кстати, эти два пазла — это те пазлы, которые остались в этом уровне. Вон они. Одно и то же. Помните? Я вам еще про него говорил уже. Давайте-ка заново сейчас это все пройдем побыстрее. Давайте вот быстро уже. Быстро. Открываем нашу дверь. Ой, мы упали нечаянно. Так. Перепрыгиваем, чтобы было быстрее. Давайте дальше. Прыгаем. И вот до этого момента, помните, нам надо как-то перелезть вот туда вот. Что это было, друзья мои? Что? Смотрите. Мы можем по этой штуке ходить. То есть, нам надо вот просто эту платформу переместить вот сюда, чтобы вот до туда добраться. Ну-ка. Вот давайте-ка обратно вернемся. Да, смотрите. У нас это получилось, только надо... немного пониже, чтобы этот колобок смог к нам присоединиться. Ну-ка, давай. Нет, слишком как-то высоко. Давайте еще ниже. Так. Вот так, наверное, подойдет, мне кажется. Давайте. Давай, колобок, иди сюда. Вот, я же вам говорил, он теперь с нами. Он вообще братуха полная. С нами теперь. Но, мне кажется, надо этот пазл переместить... вот сюда, потому что нам же надо будет спрыгнуть еще вот в это место. Да, блин, почти. Немного дальше. Вот так вот, чуть-чуть. Потом, давайте-ка еще раз попробуем. Да, я же вам говорил. Кстати, непонятно, почему это облако просто так висит здесь в воздухе. Я не знаю, что это за фигня такая. Так, нам надо как-то сейчас... Так, давайте-ка сначала соберем вот это вот пазл, приклеим сюда. Вот, так, дальше нам надо вот сюда эту платформу, чтобы наконец-то он вот сюда пришел. Все, останавливаем. Теперь мы должны просто вот так вот убрать ее, просто вот, ну, хоть сюда вот. Все, он падает, вот, как вы видите, он здесь у нас находится. Надо его как-то приманить, поэтому вот вообще убираем, и он падает. Но, блин, почему именно в эту сторону? Возвращаем время назад. Так, возвращаем. Заново все это делаем. Так, вот так вот ставим. Поскорее не можешь? Давай. Короче, сразу же вот так вот делаю, чтобы... Вот, все. Так, именно на меня, ладно. Назад время. Все. И теперь мы его приманили. Идет сюда, и мы просто прыгаем на него. И, в принципе, вот и все. Пазл у нас собран. Давайте-ка попробуем. Вот как раз последний, который нам и нужен. Вот. Приклеиваем, и все. Весь пазл у нас собран. Ну что ж, давайте-ка тогда вернемся. Блин, нам уже надо отсюда уйти.
Так, все, мы ушли. Как вы видите, первая комната полностью пройдена. Ну, а на этом все. Ну, в общем, в следующей серии, мне кажется, мы уже начнем наш третий мир. Потому что, мне кажется, если нам дальше идти в этой игре, проходить, чем дальше, тем интереснее будет. Ну, ладно, ну, а на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Ваня. Если вам понравилось это видео, почему вам не поставить лайк и не подписаться на канал? Ну, а с вами был Ваня. Всем пока-пока!